Это явно необычный случай. Это убийство было крайне необычно. Мы не видим всей картины. Что-то осталось за сценой. И мы должны в этом разобраться. Как будто какой-то новичок действовал по учебнику начинающего киллера, пытаясь идеально отыграть свою роль. Мое имя Мориарти. Уильям Джеймс Мориарти. Шерлок Холмс. Эй, математик! Это же прямой вызов мне, не находишь? Вам явно понравилось то, что случилось. Мое имя, написанное кровью? Какая оригинальность! Нет, правда! Люди — эмоциональные существа. Столько уверены в своей гипотезе, что решили даже искать улики. Отметая все заведомо невозможное, можно прийти к пусть и невероятной на первый взгляд, но правде.